Ваши аплодисменты. Хурмет, 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 теренгаз, Бельсуона. Фортепианное трио Бельсуона. Ваши аплодисменты, друзья. А теперь давайте назовем имена тех, кто помогал создать сегодняшний концерт. Государственный театр оперы и балета «Астана Опера». Ваши продолжительные аплодисменты, солисты, заслуженная артистка Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Майра Мухаметқызы. Заслуженный деятель Республики Казахстан Сундет Байгожин. Народный артист Армении Барсеев Туманьян. Заслуженный деятель Республики Казахстан Талгат Мусабаев. Обладатель медали Ерен Еңбегі үшін Евгений Чайников. Заслуженный деятель Республики Казахстан Жанат Шыбықпаев. Татьяна Вицинская. Заслуженный деятель Республики Казахстан Бибигуль Жанузак. Заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова Айзада Капонова. Хор «Астана Опера». Главный хормейстер, заслуженный деятель Республики Казахстан Ержан Даутов. Балет «Астана Опера». Художественный руководитель, народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Симфонический оркестр «Астана Опера». Дирижер, заслуженный деятель Республики Казахстан Абзал Мухиддинов. Театр «Астана Балет». Звезда мировых мюзиклов, обладательница двух золотых медалей чемпионата мира по искусству в Лос-Анджелесе, королева блюза в России Виктория Пьер-Мари. Лучший голос Бразилии Габриэля да Сильва и Карибиан Шоу. Заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка телевизионного проекта «Голос» Эльмира Калимулина. Чемпионы России и Европы по аргентинскому танго Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина. Соло на панфлейте. Лауреат международных конкурсов Вячеслав Змеу, Россия. Солист Мариинского театра Дмитрий Калеушка. Русский национальный балет «Возрождение». Художественный руководитель Валерий Анучин. Шоу-балет «Рандеву». Художественный руководитель Евгений Малышко. Африканское шоу «Мамбако». И, конечно, ведущие Анар Заева, Азамат Сатыбалда и Кирилл Мейстер. Экспо көрмесі ашылды. Барлық қонақтарымызға, Қазақстанға хош келдіңіздер дейміз. Дорогие казахстанцы, соотечественники, друзья, примите искренние поздравления с грандиозным праздником в столице Казахстана, Астане. Экспо 2017 официально открыто. Добро пожаловать в Казахстан! Напомним, что впереди еще 93 дня, во время которых вы успеете посетить более 3000 культурных мероприятий. Ендеше барша қонақтарымызға еліміздің, жеріміздің ең тамашасын өркениетті көрсетуге тырысамыз. Қонақтарымызға тәуелсіз қазақ жеріне, Астана қаласына хош келдіңіздер дейміз. Экспо көрмесі ашық. Ендеше барлықтарыңызды ұлы мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Мы будем рады видеть вас с завтрашнего дня на всех мероприятиях Экспо 2017. Поздравляем! До новых встреч! Сау болыңыздар!